Друзья, всем привет! Сегодня у нас в планах сделать полезную и необычную самоделку из остатков доски 120 на 20, которая у меня давно уже лежала без дела. Я ее предварительно шлифанул и отторцевал, а дальше сделал разметку, а именно нам надо сделать 7 кусков по 40 см и 2 по 15 см. Дальше предлагаю посмотреть, что я со всем этим буду делать. Так что смотрите видео до конца, а я продолжу изготавливать самоделку. И вот у нас получилась очень необычная самоделка, а именно корзинка, которая раскладывается в столик. Отлично подойдет, например, для пикника, или можно использовать как подарок, предварительно наполнив корзинку какими-то вкусностями и напитками. Ведь приятно дарить вещи, сделанные своими руками, да и процесс изготовления лично мне доставляет удовольствие. А у вас также или нет? Напишите в комментариях, как вам такая самоделка и что вы думаете по этому поводу.
На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения. Всем пока!